В составах вместо 10 вагонов снова будет 5. Однако теперь все «Ласточки» будут останавливаться на платформах «Спутник», «Мамедова щель» и «Мамайка». Сдвоенные «Ласточки» на них не помещались. Изменения вступят в силу 1 сентября на направлении Олимпийский парк Туапсе и со 2 сентября на маршруте Туапсе-Олимпийский парк. Пресс-служба Северокавказской железной дороги подчеркивает, что количество вагонов сокращают в соответствии с заказом на перевозки пассажиров, поданного в РЖД департаментом транспорта Краснодарского края.